Девочки, всем привет! Хочу показать, что я вчера приобрела. Это мои прошлогодние. Ну, скорее всего, здесь они даже не прошлогодние. До 2020 года у них срок годности. Если не пойдет, целый пакет приобрела. Смотрите. Сейчас с вами вместе посмотрим, что у меня здесь. Я уже посадила там с вами вместе. Мы посадили. Лук посадили. Теперь нужно... Морковку посадили, теперь нужно еще посмотреть из того, что сейчас можно сажать. Ну вот, смотрите, да, взяла петрушку корневую. Ее так думаю, что можно сейчас посадить, и ничего не будет. Петрушка кудрявая взяла. Петрушка листовая. Сейчас я их все расфасую. Листовая. Надо же участок засаживать чем-то. Так, это кудрявая, кудрявая, кудрявая. Это сюда, корневая. Дальше что еще взяла? Взяла укроп. Вот укроп тоже можно сейчас посадить. Укроп лесногородский. Лесногородский, среднеспелый, урожайный. Вот, честное слово, девчат, вот беру, да, вот посажу, да, но потом едем мы опять. Да, на эти 100 рублей возьмем, накупим целый букет. Посадишь, сейчас поливай его, а накупишь целый букет. В морозилку положил, и все, как говорится. Так, щавель взяла, щавель кудрявый. Смотрите, взяла, значит, я... Петрушка листовая. По 6 штук все брала. Но это сейчас можно посеять. Сегодня у нас 22 февраля, можно ее сеять. Петрушку эту посею. Сегодня, наверное, пойдем сеять. Кудрявую петрушку тоже посею. Мне нравится кудрявая тоже. И такая нравится, и такая нравится петрушка. Мне очень полезно очень петрушку кушать. Щавель. Любим борщавлем. Щавелем, как правильно. Очень любим. И в горячем, и в холодном виде щавель нужно сажать. Здесь вообще ничего не посажено было. Все. Надо все заново сажать. Так, салат одесский кудрявец. Ну, салат тоже кушаем, но больше идет у меня на оформление моих блюд. Хотя он тоже очень полезный. Так, укроп. Очень любим мы укроп. Лесногородский. Тоже посею. Это все можно сейчас, даже это все по зиму можно было сажать. Ну, сейчас сажаем. Там закрыли теперь место, под огород отвели. Не будет у нас живность там пока ходить. А по осени, конечно, будем запускать, чтобы они всю травку эту всю поели. Так, петрушка корневая тоже можно посадить сейчас. Так, дальше. Дальше идет вот что у меня. Баклажаны. Баклажаны, очень любим баклажаны. Это я буду сажать. Покажу вам рассаду, буду сама делать. Я сначала хотела, поеду, думала, куплю рассаду, потом думала, всегда свою делала, буду делать. Значит, баклажаны тоже посею. Сначала в эти... Я покажу, как делаю. Я всегда так делаю. Кстати говоря, в интернете я посмотрела, как делают на туалетную бумагу. Семена укладывают. Так, в общем, я видео сделаю, я покажу вам. Баклажаны. Так будем делать кабачки, но это попозже. Сейчас сажать. Хотя кабачки мне очень нравятся. Я люблю кабачки. И цукини люблю. Надо, кстати говоря, еще цукини купить. Это грибовский кабачок белый. Что-то мне никак не получается их вырастить. Огурцы вот такие вот взяла. Феникс 640. Не знаю, хорошие, не хорошие, но я еще буду брать такие вот хорошие огурцы, которые не пчелоопыляемые. Посмотрю, какие здесь в основном берут у нас девчонки. Томат. Вот на томат мне нравится, новичок. Вот такой новичок я беру. Розовый и томат ракета. Вот эти сливки очень нравятся мне. Не знаю, будут такими же они, как здесь вот на картинке нарисованы.
Не знаю, посмотрю. Раньше семена вот эти вот, ну, не очень дорогие были. Сейчас немножко подорожали. Так, значит, томат у меня новичок розовый и вот такая ракета. Тоже все это буду рассаду делать. Землю взяла. Кстати говоря, спросила вчера, земля есть? Нет. Говорят, да еще рано. Я говорю, как же рано? Во всех магазинах уже это разобрали. В одном магазине только увидела, я взяла. Так, ну, редиску тоже попозже будем сажать с белым кончиком такую. Вот еще есть вот такой редис ранний. Тоже так, салатик, как я всегда говорю, птичья еда. Мне нравится такой салат. Яйца отварить, зелень, редиска. Все со сметанкой залить, огурчик. Вкуснота. Ну и салат и свекла. Свекла, я надеюсь, что это бордо, это та свекла, где нет белых прожилок, чтобы она темная была. Вот такая мне нравится. Вот это только посадишь. Ботва. Ботва у нас очень хорошо идет, когда мы делаем пироги нацменские, очень вкусные. Кстати говоря, у меня есть там на канале, где я делала пироги со свекольной ботвой. Очень вкусные и полезные. Так что, девчата, сезон у нас начинается. Что-то мы будем сажать сейчас, а что-то, значит, мы будем готовить для посадки, будем делать рассаду. Есть у меня еще перцы. Это я с прошлого года собирала. Есть вот такая вот тыква. Знаете, какая тыква? Сейчас скажу, какая. Я не знаю, как она называется. Она в форме груши, да? Вот такая вот удлиненная. Она небольшая, но вот как в форме груши. Вот такие вот семена насобирала. Надеюсь, посажу тоже их, вырастет что-нибудь. А еще есть у меня вот такие семена. Мне Ванина племянница с Москвы присылала. Но это какого года, они, не знаю, пойдут они или не пойдут. Кто знает, подскажите мне. Так, годность до 2020 года. Наверное, не пойдут. Ну, на всякий случай посмотрю. На всякий случай посмотрю. Вот эти прям гигант. Тыква-гигант. У меня там не было возможности, где ее посадить. Попробую здесь. Такая гигант. Вот, кстати, еще такой белая вишня, томат. Не знаю. Ну, посажу, попробую. Что выйдет, то выйдет. Не выйдет, значит, не выйдет. Так, ну, цветы не буду сажать. Вот еще один баклажан. Это до 21-го срок годности. До 21-го положу тоже сюда. Так, декоративная капуста. Вот тыква, мне тыква интересует. Выйдет она или нет? Арбуз, карапуз. Арбуз тоже посажу, дыню тоже посажу. Посмотрю. Вот никогда я не пробовала вот этот монголь. Что это такое? Неприхотливый, вкусный и полезный для диетического питания. Когда его сажают? Его в мае сажают. В открытый грунт. Ну, посмотрю. Что взойдет, что не взойдет, будет видно. Так, тыква еще хотела показать, что у меня еще есть. Это с прошлого томата гата. Капуста белокочанная. F1. Может, ее тоже попробовать посадить рассадой. Цветочки. Цветочки я в этом году не сажаю. Прошлый год столько много цветов сажала. Вот мне эта тыква интересна. И вот эта вот тыква крупноплодная, крошка. Так что готовимся к сезону посадки. Посадить там посадим. Дай бог, чтобы что-то выросло. Я уже говорила, конечно, вода. С водой будет проблема, потому что у нас очень жарко здесь, температура высокая бывает, земля сохнет. Ну, я надеюсь, на этот капельный полив там точечно будем поливать, и не такой большой расход будет все-таки воды. Мы когда делали и убедились в этом, что небольшой расход воды, и все хорошо поливается. Спасибо всем, кто со мной сегодня перебрал мои семена, всем удачи. Все, кто может, пожалуйста, даже на небольшом участке, да, даже вот огурцы, да, ну, ведро посадите огурцы, да, или бочку там посадите огурцы, поставьте эти в одном месте, поставьте, там не нужно большая территория, веревочки натяните, все равно вкусно.